Анонс и дата выхода 95-й серии турецкого сериала «Права на престол Абдулхамид». 95-я серия сериала «Права на престол Абдулхамид» выйдет в эфир 8 ноября. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как султан никак не может поверить в то, что его таким жестоким образом предал Ахмед Паша. Тогда Абдулхамид принимает решение срочным образом встретиться с Ахмед Пашой для того, чтобы лично во всем разобраться. Может быть, ему таким образом удастся отыскать выход из сложившейся ситуации, только он даже не мог и подумать, что произойдет в тот момент, когда появится Ахмед Паша. Несмотря на то, что Халил Хамид смог остановить продажу оружия, организованную ИМРО, он наведет на себя новые и более серьезные проблемы. В этот момент Бидар прикладывает все усилия для того, чтобы установить, кто именно стоит за миссионерской деятельностью в Султане, Дерухалайф и Али. И тогда было принято решение установить специальную школу, которая смогла бы заниматься расследованиями. Наиме выдвигает свою кандидатуру на должность одного из учителей, но Бидар категорически против этого. В это время Халил Хамид вместе со своими людьми должен будет любыми способами защитить людей, торгующих оружием. Сможет ли Абдулхамид и Ахмед Паша нарушить давнее соглашение? А враги Ахмед Паши в этот момент начинают строить новый коварный план. Напомним, 95-я серия сериала «Права на престол Абдулхамид» выйдет в эфир 8 ноября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.